Сегодня мы живем в интересное время. Мы живем в информационно-коммуникативном обществе. Сегодня любой журналист становится блогером. Блогер становится журналистом. Блогером может стать каждый из нас. И вся аудитория потребляет материалы и блогеров, и журналистов. Человек, который снимает, делится информацией, является очевидцем того или иного события и сразу же делится с этой информацией, своими видео, фотографиями, с аудиторией. И таким образом он встает блогером. Кто же такой блогер? Чем он отличается от журналиста? Чем он отличается от любого человека, который снимает, пишет? Как правило, хороший блогер должен писать лаконично и иметь четкую позицию. Интересный блогер выделяется своей изюминкой. Ведь нас очень много. Но чем привлечь свою аудиторию? Как найти нам эту аудиторию и быть востребованной? Блогер должен уметь адекватно комментировать не только ответы к своим записям, но и посты других блогеров. Он должен уметь вызвать дискуссии в постах, получать отзывы от аудитории. Хороший блогер должен создавать мультимедиа-контент, потому что тот, кто умеет привлечь к своей информации как можно большее количество людей, он становится популярным и узнаваемым. Тот человек, который публиковал один раз материал и дальше ними занимается, он блогером не станет. То есть блогер – человек, который должен постоянно публиковать свой контент. Сегодня можно зайти на сайт любой, посмотреть топ-десятка современных блогеров. Но возникает такое понятие, есть понятие, как гражданский журналист. Чем он отличается от людей, которые популярны в соцсетях и пишут про новинку моду? Моды могут говорить о новинках кухни, могут говорить о своих хобби, и они интересны для многих. Понятие гражданского журналиста прежде всего отличает от других блогеров тем, что гражданский журналист думает в первую очередь о людях как о гражданах, а не потребителях продукта. Гражданский журналист поднимает проблему, которая важна для общества. И поэтому сегодня очень активно развивается гражданская журналистика. В чем же преимущество гражданской журналистики? Ну, первое – это оперативность. Оперативность донесения информации. Прямо сейчас я вижу, что происходит, и тут же публикую, например, через социальные сети, ту или иную новость, освещая то или иное событие. Гражданский журналист, он независим и свободен. Он высказывает свою точку зрения. Никаких фильтров и цензуры у него нет, потому что он понимает реально, что это очень важная проблема. Ее нужно донести обществу, несмотря ни на что. Гражданский журналист владеет стилем изложения языком. Он пишет, снимает, говорит с людьми на человеческом, доступном языке. Гражданский журналист, он очень влиятелен. Он влияет на активность аудитории. И у этого человека читатель становится собеседником, автором, коммуникатором. И для меня очень важна точка зрения, согласно которой, что гражданский журналист должен понимать, что его основная миссия в демократическом обществе – это помогать создавать публичное пространство в буквальном и фигуральном смысле. В этом пространстве сообщество – могло бы улучшить свое понимание важнейших событий и решить, по какому пути оно хочет идти дальше. Сообщество, воспринимая информацию человека, которому доверяют, человека, у которого активна социальная позиция, человеку, который неравнодушна жизнь других людей, они ему доверяют, прислушиваются, и таким образом общество может меняться. Поэтому миссия гражданского журналиста очень простая, мы очень ответственная. Мы в ответе за свой контент, за то, что пишем, публикуем и снимаем. Поэтому каждый из нас делает выбор, берет ли на себя эту миссию гражданского журналиста или просто будет блогером, который освещает ту или иную проблему, не обязательно выражая свою социально-активную позицию.